Смотри, под лодкой. Че за фигня? Нет, походу дело щука. Да ё-моё. Смотри. Надо это, Сань. Прям под лодкой, я же говорю. У тебя тоже что-то взял? Да ладно, смотри. Вот, тоже заклевал. Вот он твой ясь. Вот ты лун. Смотри, что. Подсачник не устал. Вот он. Опять. Смотри, прям под этой. Тихо, тихо, тихо. Че? Наиграйся, я сейчас порву, наверное. Запутался. Прям под лодкой, представляешь? Всем привет, друзья! 5 часов утра, едем на рыбалку. Поедем мы сегодня на речку Пекапур. Поедем с Саньком вдвоем. Вот, почти 5 часов без 10. В сторону гаража еду. Там мы сядем на Ниву, на Саньковской Ниве поедем. У меня еще на ремонте Нива. Да, друзья, хотел сказать, пока YouTube работает, друзья, там ссылка внизу будет в описании и в комментариях я прикрепляю ссылку. Переходите, кому куда удобно. Кто в Дзен, у меня в Дзен. Все видео, что на Ютубе было, в Дзене копировалось. Сейчас запустил Рутуб. Потому что одно время я запускал было Рутуб. Там никто, там 5 подписчиков было, блин. Я и перестал, нафиг, какая-то платформа. Смотрю, сейчас уже там 61 подписчиков. Туда переходите. И ВКонтакте, в группе, я тоже там, да, буду... где видео нажимаете, я там выставляю тоже видео. Будет копироваться все там, в 3 местах. Пока есть ссылка, переходите, друзья. Сейчас YouTube уже все у меня в телевизоре, в компьютере, везде все закрыли. В телефоне только через раз работает. Пока выставляется, я буду выставлять на YouTube. А как перестанет, уже не смогу. Потом будете искать меня. Все спрашивают, где. Пока ссылки есть, переходите, друзья, пожалуйста. 24 тысячи подписчиков, а в Дзен перешли 10, в Рутуб там тоже 10-20, только ВКонтакт тоже 10. Что за дела? И будете искать меня потом. И я на будущее посмотрю, если нету активности в этих группах, при этой платформах на этих, я больше не буду выставлять видео. Извините, конечно, но чтобы 5 человек посмотрели, мучиться, 9 часов монтировать и снимать двух камер, это очень сложно. На Ютубе хоть просмотры были, у меня был интерес вам показывать, вот это снимать. А чтобы для 5 человек, что показывать, мне интереса нету. В общем, друзья, обязательно переходите, потому что Ютуб замедляет и 100% его закроют. Так что вот так вот как-то. В общем, друзья, надеюсь, будет интересно. Всем приятного просмотра. Поехали! Сейчас до водозабора доедем на лодку и алга. А вот и Саня едет. Так мы вовремя. Он в сторону гаража едет. Договорились, там сейчас я машину оставляю. Мы вчера еще с вечера загрузились. Машина у него. Сегодня обещали ливень. Ну вот по тучам что-то думаю, что не будет ливня. Посмотрим. Ну до обеда где-то походим, поищем. Не знаю. Надеюсь, кого-то поймаем сегодня. Наши гаражи. Так, прибыли на вторую старицу. Первая занята. Петарду закинули. Сейчас пробуем на спиннинг. И вот здесь. Вот здесь на поплавок, Сань, вообще хорошо, да? А как, ты не взял, что ли? А, я просто тебе сказал, поплавочный
Сейчас я на спиннинг сначала закидаю, на силикончик. Потом уже дальше посмотрим. Что-то щука вообще в последнее время не активная. Наоборот, он в это время должен быть активный, да? Ну да. Об дно, что ли, ударилось. Зацепился за дно, нет? Нет, ударился. Да? Значит, сейчас на вертушку переходим все. Плавно. Я видел, да, что-то ударилось. Понятно. О! Вот это, наверное, ударил. А, первый окушок, друзья. Смотри, хороший, смотри. Вот это он. Хорошенький. Как я его называю, мамочка. Мамка. Видишь, а я его быстро веду по ходу дела. Надо еще, видишь, играть надо уметь. Вот. Что, пока не берем? Окуней. Окуни нам не надо. Мы будем выпускать. Он даже, видишь, даже покусанный, хорошо покусанный. Иди. Спасибо тебе за удовольствие, как говорится. Все, значит, мы здесь тормознемся пока, да? Хотел он там попробовать. Нет. Ну. Жерлицу хочу поставить на этот. Жерлицу хочу поставить. Сейчас мелкого на поплавок поймаем кого-нибудь. Чудесное место, болотистое, да? Здесь же должен находить. Надеюсь, мы не напугали. Поплавок наклевал, блин. Опа! Да ладно. Мне лодку подтаскивал. Что у меня тут? О, окунь. Ну, нам такие не нужны, конечно, но... Приятно. Мы хотим живца поймать такого мелкого. Все, иди гуляй. Сейчас скажут вообще, опять зажрались. Грибы не берут, рыбу не берут. Совсем зажрались, скажут. Так. Видишь, на червя он сразу бабахает, а на силикон не хочет. Вон, сразу, видишь? Ай-яй, что это было? На поплавок я люблю ловить. Давай. Ого! Да ладно. Что, ясь, что ли? Опять окунь? Зачем нам окунь? Тут окуня, по ходу дела, просто вот. Можно на все наловить. Окунь. Так, где-то помельче. А, давай-ка я сейчас кукурузу поставлю для интереса. А окуню пофигу, и на кукурузу фигарит, да? Так, иди, гуляй. Иди. Во, живец. Во. Вот этот можно поставить, Сань. Это вот про такие говорю. Вот такие ставишь, говорит, такие щукари, говорит. Фигарит. Видишь, на кукурузу. Ух ты! Че это такое? Фу, сорогу какой, ух ты! Вот эти сороги мне. Я хочу такие наловить, насолить хочу. Хотел камеру протереть, у меня грязный не удалось. Две кукурузины поставил. Пока не будем брать, наверное. Пока не будем. Пока не будем, и вообще без рыбы домой. Подтащил.
это щука. Я же говорю, пускай их живет хорошенько, у тебя там крючок маленький. Отпускай, отпускай его. Или это рыба, так нет. Сейчас посмотрим. Это большой-большой крючок надо ставить на камне. О, и этот потащил, смотри. Сорога. Блин, тот хорошо. Надо леску отпускать сам. Отпустил. Пускай таскает, хорошо таскает. О, у меня тоже сидит. Ай-яй-яй. Даже там щука крупная, говорит, попадается на них. Пять, что ли, что-то? На долгу херачит. Вот она. Вот сорога. Тут сорогу можно вон нафигарить. Даже оцеплять не надо, да? А, у меня там. Пускай, отпускай, отпускай, пускай. Живет. Она уже все, а? Пускай, пускай хорошо живет. Здесь? Ай-яй-яй. Не, не, отпускай, пускай живет. Он поперек взял. Отпускай. Отпускай. Ты удочку, блядь. Да-да, давай вот так. Леску отпускай. Она не сильно крупная, пускай живет. Он поперек только его взял. Он сейчас выплюнет его. Я видел его. Видишь, выплюнул. Видишь, я же говорю тебе, он не взял. Надо этот тройник поставить побольше. Сейчас поставим. А я вижу, он вот так вдоль взял. И фигарит, ну щука хорошая. Кило больше было. Да. Ты что, нифига там поднять не можешь, ёшки. О, окунь. Окунь на кукурузу, окуню пофигу на чё клевать. Так, на опарыш не хочет, сейчас червя поставим. Нам живца надо поймать, не можем живца поймать. Крупная клюет, потому что. Я один раз утопил и все, что ли? Давай, давай. Да ё-моё. Я мелкую хочу, она опять окунь. Эй, хулиган. Хулиган. Ну вот, даже этого окуня можно поставить, кстати. Большеватый. Да. Мне тот раз говорит, я, говорит, вообще там ставил. Да, мы здоровые. Свою же лицу ставлю, у меня эту. У меня там крючок маленький. Этого окуня. А, это не малина, а шиповник, смотри. А я думаю, малина. Красные уже, слушай. Все, листья потихоньку желтеют. Осень, осень, осень. Вон там еще шиповник. Че, ты донку закинул? Заклевал, может, мелкий. Ага. Не можешь заглотить. Мелочь надо мне. Ух, блин, вот мелочь. Кстати, и этого можно поставить. Смотри, сорога. Крупноватый, да? Можешь жопу отрезать ему. А то мы пока мелкую поймаем. Так, ты с ведра ничего не доставал же, да, еще? Я думал помельче, он еще крупнее попался, друзья. О, куй подъязок. Ага. Этого выпустим. Сильно красивый. Ой, какой красавец. Да, подъязок. Вот это мы рыбачим. Мы ничего еще не взяли даже. Ну-ка поближе к берегу попробуй. О, сразу заклевал. Да, наверное. Мы садок не взяли. Думали, с лодки будем рыбачить. Кто-то таскает. Во! Во! Жерлица. Вот это самое то. Сейчас жерлицу закинем. Так, все отлично. Все, тоже вот. Живет кто-то, друзья. У меня живет, видишь?
Жует, смотри. Окунь, наверное. Аккуратный? Жует, смотри как. Главное, чтобы не выплюнул бы. Поменьше поставил. Все, выплюнул. Окунь. А, не, шуренок. Ах. Ну, конечно, понятно. Крупная была бы она, блин. Вот так вот поставим сейчас. И будем ждать. Ну, сейчас проверим. Вот, пришли вот на косу. Что-то на входе старица не ловит. Вот здесь посидим. Что поймаем, то и поймаем. Сейчас. Аж прям сердце в пятки убежало. Ушло как... Ума сошла, что кто-то сидит. Я тут порядок еще даже не успел навести. Кого-то поймал уже. О, ну конечно. Бешеный окунь, он везде. Нет, думаю, сейчас туда-сюда пока разложусь. На донку решил половить, а тут акушар схватил. Иди. Так, друзья, нашли вот такое место, вот специально стали, где кустарник, и здесь вот ветки все по дереву. Может, я здесь стоит, на донку попробую, для интереса. Саня уже зацепил, порвал, не успел закинуть, надеюсь, я не зацеплю. Надеюсь-ти. Так, ладно. Кидать только. Сюда левее. Такое ощущение, как будто я плыву. Течение, я как будто я плыву. Ближе к кустарнику попробую, что ли. Да, попробую. Я недалеко закинул. Опа! Я же говорю, тут ящ стоит. Смотри. А, нет, сорогу. Прикинь. Вот где они, Сань, стоят. Да, я бутерброд сделал. Смотри, какая сорога хорошая. Да. Блин, я вот знаю, что она на течении может стоять. Так, как ты ведро посередине положи, наверное, чтобы тебе... А? Вот эта кукуруза. Я тоже зацепился. Вот внизу ветки, вот видишь. Вот эти вот продолжения. Вот. Одну порвал. Видишь? Верхний только остался. Во, ясь. Вот он, ясь. Опа. Нет. Я же говорю, тут изи. Прям под лодкой. Надо под лодку прям ложить его. О, тоже заклевал. О, вот он твой ясь. Вот ты лун. Смотри, что. Подсачник надо ставить. Да нет, вроде пока. Смотри, какой красавец. Это сорога, Сань. У него поводок еще такой. Тихо.
Нафиг, второй крючок даже не нужен. Да, ведро, наверное, как-то ближе. Давай. Давай, давай. Смотри, какой красавец. Ну, неудобно, зато, смотри, как ловится. И крышку надо, чтобы она не брызгала тебе. Вообще, блин, аж адреналин. Фигари, давай. А у тебя ушла. Ух ты! Кто там? Эх. Да ладно. Я же говорю, на мормышку не хочет, а на этот. Только поставил. Видел, Сань? Тихо, тихо. Да играй, я сейчас опять порвется. Тихо. Тоже есть? Ясь, что ли? Что-то, смотри, желтый прям. А, тоже сорога. Ну. У тебя покрупнее. Сейчас, смотри. Тихо, 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 сейчас порвешь. Но у тебя леска тут, смотрю, мощная, да? Да, леска там мощная. Сразу бац-бац, но как всегда опять тряпки не взяли. Тряпки, в гараже тряпок полно, в машине тряпок полно, а здесь нету. Да ты чё, вот ты чё, загнул, а этот, что-то ну у него, что-то какой-то слабенький. Уже второй раз. Мелковатый, что ли? Не подтекается, ну. Смотри, под лодкой. Чё за фигня? Ясно. Это я. Нет, это, походу, дело щука. Это я, моё. Смотри. Надо это, Саня. Прям под лодкой, я же говорю. У тебя тоже что-то взял? Нет. Да ладно, смотри. А что ты не вытянул? Ай, Саня! Не вытянул этот. Блин, ты не дал? Я его видел. Интересно, на камеру видно было? Наверное, килограмм полтора точно был. Блин, я же говорю, здесь ясь стоит. А что там плохо зацепилось? Вот так. Опять. Смотри, прям под этой. Тихо, тихо, тихо. Че? Играйте, я сейчас порву, наверное. Запутался. Прям под лодкой, представляешь? Ты видал прям? Прям под лодку положил. И я взял. А чуть-чуть подальше не хочет. Я без кукурузы. На червя чисто? А я вот так 3-3 ставлю. На летний вариант, чисто на крючок. На мормышку пока молчит. Так вот. О, все, хватит. Вот, положил, все. Ну, давай, Вот это, наверное, тоже опять ясь. Нет, сорога. Мне кажется, надо с этим доставать, а то я сейчас опять доиграюсь. С этим он сейчас запутается. Да блин, что-то камера через раз работает. Вот я, наверное, так вот еще. Наверное. Хотя. Тихо. Да ты чё какой-то бешеный, э? Представляешь, что творит? Какие они мощные, а? Тебя забрызгал? Блин, прикольно, вот мне что-то понравилось так ловить, как на зимней рыбалке, под лодкой.
Сейчас у меня даже червя нет, чисто кукурузу 3 штуки насажу. Саня, давай перевяжем тебе тоже. Еще раз поймай, говорит, я уже 3 штуки поймал, или 4, уже не помню. Вот так сейчас закину. Опа, вот, все. Смотри, что делает. Все, Сань, надо перевязывать тебе тоже, да? Это мелкий, Сань, смотри. Что это? Да завтра я пойму. Да, ладно, возьмем, наверное, что. Откроешь? Ай. Ну, смотри, уже ведро набирается. И тихо. Вот так мы обустроились. Перевязывать? Да. Смотри, только закинул. Вот этот опять есть, Саня. Кто-то еще названивает, зараза. Нет, это не есть. Давай. Видишь, только привязал, да? Ой, я тебя сейчас снесу, наверное. Аккуратно. Ах, вот этот. Палец себя поймал. Блин. Вот это сорога. Видишь, они на течении стоят. Ай! Палец продырял. Серьезные? О, у меня тоже. Эх, сошла, пока я на твой смотрел. О, у меня крючок порвал. Смотри, смотри, здорово. Давай, давай, давай. Ах, давай ты мне этот подсачник дай. Я держу. Сорога, сорога. Есть, есть, есть. Есть, есть, есть. Есть, есть, есть. Ай, ай. Что делать? Крути, крути, крути. Саня, блин, это та, который у меня. Блин, смотри какой, офигеть. Аккуратно. Вот это да. Тихо, тихо, тихо. Вот это да. Офигеть. Ну тут больше килограмма видно. Кило 300, наверное, где-то. Здесь? Да. Ну, кило 200. Спасибо. Прикинь. И что? Удовольствие-то получить успел? Не успел еще. Вот это да. Блин, мне понравился вот этот вот такой стиль рыбалки. Тебе как? Отлично. 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 Только начал, одну поймал. Хорошую. Вот это на. Я же сказал, не зря она вот тут стоит, да, пасется. В таких местах и ящ любит, и сорога любит. Вот она, видите, коряжник. Вот тут прям кидаю под лодку прям. Вот так, и все. Так, ложим и ждем. Вот. Мелкий. Куба чуть не порвалась, смотри. Блин, какие красавцы-то, да? У нас уже ведро уже полное. Солить, солить будем, сушить. Потом пиво будем пить, которое не пью. Что Саня не пьет, что не, я не пью. Для кого солить будем? А я тот раз вот просто одну поел. Просто почистил, поел две штуки. Я себе оставил, а остальные брату отдал. Такой вкусный, блин. Даже без пива, просто с хлебом поел, блин, вообще обалденный. Я думаю, нифига себе. Одна еще лежит в морозильнике. Я его сухого засола сделал, подсушил. Так, не сильно пересушил, так. Вообще классно. Что-то перестало, да, клевать? Рыба закончилась. Так-то мы уже наловили, да? Сколько надо. Если мы его уже с утра брали, столько надо. Уже полтора ведра было бы.
сидит, что ли, чуть не пойму. Оказывается, сидит, а я думаю, что он там понтуется. Смотри, даже не клевал. Я вижу, что-то он играет леской. Думаю, вот хулиган. Видишь, подальше закинул, заклевало. Куда ушла, значит? Ух, что у нас тут? Это надо как-то сюда, сюда. О, кошка тут уже. Так. Надо заплавить. Видишь, дождался. Ну, все мельчается. Угу, все мельчает. Ну, это уже под лодкой взял. Еще. Два раза ударил. И какой-то он ненормальный. Ну давай. Вот сейчас опять расклюется. Мы хотели на другое место поехать, наверное, не доедем даже туда. Мы уже, наверное, домой поедем, да? Да. Что, кататься уже поздно. Ну не поздно, а хватит. Что нам заставляет прям до потери пульса, что ли, рыбачить? Пока соберемся. Удовольствие получили. Вот такой стиль, я давно хотел вот так порыбачить. Хоп, привязался где-нибудь за веточку и сидишь на течении. Интересно. Многие с кормушкой там что-то отпускают на кольцо. Тут зачем? Какая кормушка здесь и так клюет? Зачем мучиться, да? Вот этой фигней страдать. Это лишнее движение. Это может где-то без кормушки не будет клевать. Так, надо подальше закидывать. Что-то под лодкой перестал клевать. Уже давно прилично не клюет. Минут 15, наверное, да? Перестала. Из-под лодки перестала. И дальний. Ну, один раз одернулся. Ну все, домой сейчас будем собираться. Я только сказал, что домой собираться будем. Заклевало. Но это не крупный. Крупный. Сдалек. Что, еще посидим чуть-чуть? Там ясь ведро пинает у нас. На волю хочет. Все, хватит. Клюет. Все, собираемся и... Алга. Ну, что-то дергает, что ли? Вот такое место. Еще раз покажу. Вот вон, видишь, дерево лежит. Прям вообще классно. О, ну почти ведро. Почти. Где весы твои? О, весы здесь. Да, давай взвесим для интереса. Балбес. Трус балбес. И бывалый. И бывалый. Так. Я же говорю. А, нет, ну-ка. Кило 150. Кило 150. Ну вот, ну видишь, я же говорю, они за кило. Обшипся. Хорошенький, да? Чуть-чуть обшипся. Крупненький. В общем, друзья, вот такая у нас рыбалка получилась. Вообще, во. На входе старицы что-то вообще плохо клевало. Потом на этот, на косу стали. Тоже ни о чем. А хотели на другую старицу поехать. Саньку говорю, давай-ка, говорю. Где там деревья, где кусты, где ветки, туда станем. Думаю, здесь сорога, ясь хорошо идет на течении. И не ошиблись. Вообще его от души половили, друзья. В общем, друзья, не забывайте... Заходите в Дзен, там ссылка в описании будет. Кому удобно, контакт. И в Рутубе. Кому где удобно. Пока Ютуб не закрыли, друзья, переходите и подписывайтесь. Если Ютуб закроет, уже все, потом вы меня не найдете. Не знаю, как будете искать. Пока Ютуб разрешает выставлять, я туда выставляю. В общем, друзья, надеюсь, было интересно. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Все, мы домой собираемся. Пока-пока. Мы домой.